Друзья, я приветствую вас на канале для современных художников. С вами Анастасия, художница из Швейцарии. Сегодняшнее видео обязательно досмотрите до конца, потому что сегодня я объявлю о конкурсе, в котором вы можете выиграть участие в международной выставке, между прочим. Но обо всем поподробнее. Ко мне поступает очень много вопросов по поводу выставок в формате дигиталь. Я как-то уже освещала в одном видео эту тему. И действительно, сейчас, когда многие выставочные пространства закрыты, крупные ярмарки еще не проводятся международно, пожалуй, формат дигиталь выставки это единственный, единственным возможным и оптимальным вариантом. А еще потому, что это не очень-то дорого. Но здесь существуют тоже разные варианты, и, как я уже однажды рассказывала, к сожалению, очень часто трудно понять, насколько хорошее предложение поступает к нам, да, по электронной почте. Часто это бывают обманщики, которые просто собирают деньги, какой-то первый взнос, да, за подобные мероприятия. И именно поэтому сегодня я хочу еще раз рассказать про галерею Artbox, а точнее про новый проект, который они организовывают. Я думаю, те художники, которые уже сотрудничали с Artbox, уже, конечно, знают, что идет набор сейчас полным ходом на участие в проекте Цюрих 3.0, который будет проводиться в августе этого года. Надо сказать, что это уже третий год, галерея Artbox проводит такое мероприятие, проект и конкурс. Можно подать заявку на этот конкурс и участвовать в формате дигиталь в рамках большой экспозиции Swiss Art Expo. Это такое огромное мероприятие, которое проводится ежегодно в очень таком посещаемом месте. Это вокзал Цюриха. Это огромное пространство, где также проводятся, например, рождественские рынки, ну, какие-то всякие разные крупные мероприятия. И, конечно, посещаемость этого места, да, очень высока. Тем более, не надо забывать, что Цюрих такой город, что он полон банков, страховых компаний. В общем-то, такой деловой центр. Поэтому, конечно, там есть и покупатели, и просто заинтересованные люди, которые с радостью приходят на подобные мероприятия. Я рассказываю об этом не понаслышке, потому что 2 года назад я лично участвовала в Swiss Art Expo. Надо сказать, что именно вот эта экспозиция, это все-таки отдельное мероприятие, которое идет параллельно вот с проектом, который организовывает Artbox. И как это проходит? На Swiss Art Expo выставляются художники не только в формате электронном, да, дигиталь на экранах, но, конечно, и с живыми картинами. Собственно, 2 года назад я именно так и участвовала в Swiss Art Expo. Выставляла там 2 своих картины. А на тот момент я еще не знала, что параллельно вот с этим мероприятием идет еще и конкурс. Немного жалко даже, потому что когда я уже была на самой выставке, я увидела, что основная центральная часть вот выставочного пространства как раз занята вот этими экранами, где показывают, слайд-шоу из картин, да, не только картины, но и из фотографий, которые присылали художники. И, конечно, у людей это вызывало большой интерес, потому что они знали, что это конкурс, и, в общем-то, люди стояли, действительно смотрели, их это интересовало. Каждая такая картина, еще рядом с каждой картиной публиковался такой QR-код, который можно было при желании отсканировать и попасть на сайт, например, художника, да. То есть, конечно, на тот момент меня это заинтересовало очень сильно, и я даже немножко расстроилась, что сама не подавала заявку на участие вот в таком проекте. Вот. Сейчас уже проект Цюрих будет проводиться 3-й год, и полным ходом идет набор в этот проект. Сейчас мы вместе с вами посмотрим сайт этого проекта и почитаем основные условия участия.
на сайте проектов Artbox и выбираю, если я вот в текущие проекты захожу, то я вижу несколько проектов. Кстати, надо сказать, что Барселона, на которой мы регистрировались, по-моему, 2 года назад, и которая, к сожалению, отложилась из-за всех изоляций, сейчас как раз открывается. Я буквально на днях получила письмо, e-mail от Artbox, что уже все готово к выставке, и в своем Instagram они опубликовали информацию о том, что выставка уже подготовлена и вот-вот будет открыта. Смотрите, со 2 по 7 мая. Я туда тоже подавала заявку. Никакого призового места в проекте «Барселона» я, к сожалению, не заняла, но сейчас у меня есть шанс, например, попробовать в Цюрих 3.0. Вот, чтобы вы видели, насколько крупное выставочное пространство. Я вот показываю эти слайд-шоу. На самом деле здесь, да, здесь очень много информации. Можно посмотреть про прошлые проекты, посмотреть, например, как проходил Цюрих 2.0 в прошлом году. Вот смотрите, так. Это такое огромное выставочное пространство. Просто чтобы вы имели представление. И вот здесь на таких стендах обычно они презентуют каталоги, приуроченные к выставке. Ну вот, давайте посмотрим. Да, в каждый такой конкурс выбирается 10 финалистов. И 100 полуфиналистов. Вот смотрите, 100 полуфиналистов, которые также публикуются на сайте. И каждая картина тоже имеет такой QR-код. То есть, в принципе, контактные данные художника тоже присутствуют на сайте. Вот очень интересно. Конечно, это отличная возможность. Тем более, это все документально подтверждено и остается на сайте. Можно посмотреть, если какая-то другая, например, галерея запрашивает информацию о вашей выставочной, да, истории, биографии, то можно сослаться, например, на этот проект, прислать фотографии и показать масштаб всей выставки. Вот здесь как раз видны такие примеры экранов, на которых презентуются картины. То есть, собственно, это мало чем отличается от реальных картин. Ну, посмотрите, вот количество народу. Если учесть, что в прошлый год был мало посещаемым из-за всех мер, да, безопасности, а вот 2 года назад, конечно, было очень много народу. То есть я тогда тоже приезжала туда с гостями, потому что проводятся специальные еще именно вечера, так сказать, для художников, например, или для их гостей. Это закрытые мероприятия, и, конечно, посещаемость была огромная. Также совместно с этим мероприятием проводятся разные развлекательные программы, то есть это и ночь рисования, там даются уроки по рисованию для всех желающих. Ну, то есть надо сказать, что мероприятие активно развивается и создаются все условия, чтобы это было интересно не только художникам, но также и посетителям. Так вот, как же участвовать в таком мероприятии? Давайте посмотрим. Вот, текущее мероприятие и Цюрих 3.0. Значит, условия. Существует два варианта условия. Можно зарегистрировать отдельно работу на конкурс. Причем, возможно, на самом деле количество работ, которые вы хотите зарегистрировать, оно не ограничено. Просто дело в том, вот здесь даны расценки на регистрацию. Одна работа 45 евро. То есть, если вы регистрируете уже больше, то тогда стоимость, соответственно, снижается. И надо заполнить вот такую форму, да, указать имя, фамилию, адрес. Да, имя художника для сертификата, потому что каждый участник такого мероприятия, кто подал заявку, получает сертификат про участие. Оставить свои данные. Что я могу сказать? Да, одно участие, скажу сразу, стоит 45 евро, если подавать одну работу на конкурс. Также существует второй вариант. Это предложение с каталогом, то есть дизайн-пакет.
кого интересует. В него включено регистрация 5 работ плюс печать каталога из 12 страниц. Ну, надо сказать, что 12 страниц, насколько я знаю, это меньше количество работ, не 12. То есть здесь учитывается и обложка, и вот первая страничка. Ну, то есть это такой минимальный возможный каталог. И 10 копий этого каталога будет напечатано. Вам пришлют их домой. И одна копия будет участвовать в экспозиции, то есть лежать на стенде. Стоимость такого участия 330 евро. То есть я еще раз повторяю, это все выставки именно в формате дигиталь, на экранах. То есть если художник попадает, например, в полуфиналисты, то для него тогда предусмотрены отдельные экраны, на которых будут показывать именно полуфиналистов. Также это еще не все. Самое главное – то, что финалисты, есть всегда шанс каждому зарегистрированному быть отобранным финалисты. Если художник становится финалистом проекта Artbox, то его работа будет бесплатно выставляться в экспозиции на Swiss Art Expo. То есть транспортные расходы в этом случае будут покрываться галереей. То есть, подав заявку, зарегистрировав одну или несколько работ, или участвуя по второй, например, программе, да, с каталогом, у каждого художника есть шанс либо быть выбранным в 100 полуфиналистов и быть напечатанным на сайте. Также, по-моему, идет промоушен еще в социальных сетях для этих 100 работ. Либо даже попасть в 10 финалистов и показать свои работы уже вживую на экспозиции. Представляете, какая-то интересная, какое-то отличное предложение. Конечно, это намного интереснее, чем предложение просто выставиться на экранах в какой-то маленькой галерее, потому что здесь, во-первых, это огромное посещаемое пространство. Во-вторых, у вас есть шанс даже получить призовые места. Я считаю, что это отличная возможность участия вот в таком проекте. И именно поэтому я, собственно, вам и рассказываю об этом. Также на сайте можно найти основные условия участия. Да, про каждое такое участие можно почитать дополнительно. Да, вот здесь, например, есть ссылочка на главные правила про участие, то есть допускаются конкурсы любые художники, да, любой национальности. И, собственно, здесь указано, есть ли какие-то ограничения. То есть, по сути, их, в общем-то, нет. И также техника работы и размер работы могут быть любыми. Единственное, учтите, что если вы попадаете в финалисты, то надо быть готовым свою работу подготовить к отправке в Цюрих. Да, это важно. То есть это должна быть такая работа, которая физически может быть представлена на выставке. Я еще забыла отметить, что подача заявок на конкурс Artbox проект Цюрих 3.0 можно сделать до 15 июля. До 15 июля можно зарегистрировать свои работы. А финалисты будут объявлены 25 июля. Ну что, друзья, я надеюсь, вас заинтересовал такой интересный open call. Если у вас есть какие-то вопросы или что-то непонятно, пишите, пожалуйста, комментарии, и мы попробуем вместе ответить на ваши вопросы. Я уверена, что многие художники уже участвовали в проектах Artbox, и поэтому тоже уже знакомы с условиями участия. А сейчас самое главное. Дело в том, что моему каналу скоро исполнится 1 год. Вернее сказать, скоро будет 1 год с того момента, как я записала свое первое видео про онлайн-галереи. Именно поэтому мне захотелось отметить это мероприятие и захотелось как-то поощрить своих зрителей. Поэтому я решила организовать для вас розыгрыш. Сейчас я расскажу про условия. Конечно, я думаю, те, кто следит за моим каналом, знают, что у меня проходит новая рубрика на канале, которая называется «Встреча с художником». В эту рубрику художники присылают свои видео, которые они сделали специально для
зрителей нашего канала, где они рассказывают о своем творчестве и представляют какой-то свой проект, который нам может быть интересен. Так вот, мне очень хочется поощрить тех, кто активно работает и присылает такие видео. Именно поэтому самый главный приз, который я подготовила, будет как раз для участников этого проекта. Так вот, для всех участников проекта «Встреча с художником» я организую розыгрыш приза. Это будет бесплатная подача заявки на проект «Цюрих 3.0», то, что мы сейчас с вами посмотрели. И в этой заявке можно зарегистрировать будет две работы. То есть, еще раз повторяю, художник, которого я выберу из всех участников нашей рубрики «Встреча с художником», сможет зарегистрировать две свои работы для проекта «Цюрих 3.0». То есть фактически у него появляется возможность показать свои работы на экране во время Swiss Art Expo в Цюрихе в августе, а также он автоматически становится участником конкурса, который проводит галерея Artbox, и может даже выиграть призовое место. Это такая вот возможность, которую каждый заинтересованный может получить. Надо только быть активным и присылать мне заявки в рубрику «Встреча с художником». Также я решила сделать два приза для всех остальных зрителей. Что для этого нужно? В описании к этому видео я оставлю ссылку на форму заявки на участие в моем конкурсе, где именно я выделяю вот эти призы в форме регистрации на дигитальную выставку. Вы заполняете форму заявки, а также напишите под этим видео комментарий «Я участвую», чтобы я сразу заметила, кто подает заявки. Плюс вы оформляете форму заявки по ссылке в описании. Это важно. И автоматически участвуете в розыгрыше, который я буду проводить. Заявки для участия принимаются до 30 июня включительно, чтобы я успела отобрать победителей, а также те, кто не попал, например, в победители, а все равно хочет участвовать в проекте, смогли сами зарегистрироваться. Конечно, если, например, кто-то из нас уже подал заявку и оформил регистрацию у Artbox, в этом нет ничего страшного, потому что в проекте можно регистрировать несколько работ, и поэтому, если вдруг вы окажетесь победителем, то у вас появляется возможность еще одну работу показать бесплатно. Я считаю, это неплохо. То есть регистрация проходит до 30 июня включительно, и с 1 июля я буду подводить результаты и выбирать наших победителей. Итак, подводя итоги, все участники новой рубрики «Встреча с художником» автоматически участвуют в розыгрыше главного приза. Это оформление бесплатной заявки в проект «Цюрих 3.0», оформление двух работ. Все остальные зрители, кого тоже заинтересует этот конкурс, могут участвовать в дополнительном розыгрыше и оформить форму заявки, которая будет в описании под этим видео, и также автоматически участвовать в розыгрыше двух других заявок, которые вы бесплатно получите. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Друзья, не теряйте времени, пишите комментарий «Я участвую» под этим видео и заполняйте форму заявки. Также готовьте свои видео, присылайте ко мне в рубрику, потому что это значительно увеличивает шанс на победу и выигрыш главного приза.
потому что количество участников несравнимо, да, со всеми другими зрителями, которые посмотрят это видео и оставят свою заявку. Поэтому, если вы хотите увеличить ваши шансы на победу, то используйте обе возможности и присылайте видео, и заполняйте форму заявки и участвуйте в общем розыгрыше. Обязательно ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь и пишите ваши вопросы, если они у вас есть. С вами была Анастасия, художница из Швейцарии. До новых встреч на моем канале. Пока-пока!